Это мой паспорт. Это... Вот это я. Этот паспорт был выдан 28 апреля 2006 года. И действителен до 28 апреля 2016 года. 10 лет. Сегодня у нас понедельник, 22 минуты 12-го. 28 марта. И это значит, что у меня есть ровно месяц для того, чтобы получить новый паспорт. В Америке это можно сделать только в посольстве Украины, которое находится в 4 городах. В Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско. Именно поэтому добро пожаловать в мой влог номер 4. Путешествие в Сан-Франциско. Та-да-да-да! Мы прилетели в Сан-Франциско, теперь нужно вызывать такси и ехать в посольство. Вон Даша. Thank you. So it's 530 Bush Street. Okay. Только что выяснилось, что я забыл идентификационный код, поэтому мама мне его прислала. Сейчас мы находимся в FedEx и распечатываем его. Вон Даша стоит. Black and white, please. На удивление, подача документов в посольстве заняла всего 30 минут. Это была единственная официальная часть нашей поездки, после которой мы отправились в нашу съемную квартиру для того, чтобы оставить вещи и отправиться на исследование улиц этого города. Вид за окном. Сейчас мы будем идти в Ferry Building. Мы возле Ferry Building, а вот там вот находится Bay Bridge. Это именно туда, куда мы шли. Thank you.
приятный город, обалденные люди, очень все красиво. Единственное то, что Даша заболела, это, конечно, маленький минус. Но ничего страшного, бывает такое. Так что... Даша, держи! Какого это фильма? Forest Gump. Вот это вот Алькатрас. Вот это мой бургер. Это Run Forest Run. Это Дашин коктейль. Это Даша. Это я. Мы будем это кушать. Oops. Yeah. That's okay. Thank you. А там был наш таймлапс. Очень вкусно, было очень красиво. Невероятные мосты, невероятные гамбургеры. Вообще и креветки крутые. Да, креветки крутые. Вообще классный день сегодня. Немножко ветрено, и вечером стало еще прохладней. Поскольку Даша себя не очень хорошо чувствует, мы поедем домой для того, чтобы завтра провести более насыщенный день. Не увидели мы сегодня близко Golden Gates. Поэтому завтра Golden Gates. Сегодня она была сдалека, а завтра ближе. Крутой день. Увидимся завтра. Hello, hello. Yeah, I'm pointing it. Yeah, all day. That's right. Ты веришь, что большой? Нет. Лёша, ну ты даёшь. Жу**а. Лёша, капец. Чё? Ты Валерчик. Отойди. Валерчик Антонио. Ура! Ха!